Вот так. Вот такая у меня заинтересованность в ваших видео, мои дорогие. Отключилась совсем, сгорела у меня свекла. Пока монтировала видео. Вот так, девочки. Но вы присылайте. Наплевать на свеклу. По второму разу сделаю. Здравствуйте, мои дорогие. Доброе утро не могу сказать, потому что время уже 12. Уже и дел понаделала. Второе видео смонтировала, что девочки мне присылают. Спасибо огромное. Спасибо, девочки. Сварила борщ. Причем свекла один раз сгорела, пока я видео монтировала. Ну, ничего страшного. Вот. Так, а что хотела сказать? А, ну, что делаю? Все, вон, перестирываю одеяло до подушки. Так, что-то ковыряюсь. Вот решила штаны обрезать. Сейчас подошью. Это с этого у меня присылали. Господи, как он назывался-то? Вот склероз-то. Ну, откуда всем блогерам шлют? Прорекламируйте, ради бога. Вот третий год валяются эти штаны. Ну, куда они длинные? Думаю, ладно, обрежу. Так, в город. А то у меня шорты все короткие. Платьев у меня легких. Таких тоже в люди выйти уже не осталось. У меня почему-то вещи теплые. Ну, в общем, так вот. Чем-то занимаюсь потихонечку. Жарко. Жарко. И вот, видите, вот работает у меня вентилятор маленький. Поддувает тут на меня. Так, а что такое? И то что-то у него стал контакт плохой. Тормозит. Ну, собственно, посмотрим. Воду заказала, привезут. Вот, занимаюсь картиной своей, но пока еще не покажу потом. Ну, надеюсь, у вас все нормально, да? У нас, вот, честно сказать, не очень. Марина улетела в Турцию. Сережа, сестра уже, ну, она уже давно болеет. И вот буквально сказали, день-два и уйдет. Жалко Нину, жалко очень. Я, кстати, уже заметила, как только Марина уезжает из дома, начинаются вот такие беды. Это уже не первый раз. Ну ладно, может, Бог даст. Ей там всего-то сколько, 6 дней. Ну, я представляю теперь, какое у нее настроение, так что особо не до отдыха, они очень дружили с Ниной. Ну, девчонки, что, это жизнь. Никуда от этого не деться. И возраст у нас уже такой, что сами понимаете, что говорить-то. Как у вас погода там? Ну, жарко, но это А у нас 34 сегодня. Просто вообще. Как тяжело, когда жарко вообще. Макарик, а ты домой-то когда поедешь назад? Я думаю, где-то через сколько? Не 10 минут, где-то примерно. Ну, я пока точно еще не знаю, но там, в принципе,
билеты обратно недорогие, так что волноваться, что, знаешь, я пропущу в нужный момент. Ясненько. А ты что зеваешь, не выспалась, что ли? Мамка, ну я уже типа тусуюсь уже, короче, с Колькой. Ну вот это типа позавчера и вчера. Девушка, я тебе говорю, женский алкоголизм неизлечим. Тусовки ваши. Ой, не могу. Макар, а как ты будешь жить-то и собака, и кошка? Ты ж непривычный. Я непривычный. Да вон-то, Машка. Это типа, видишь? Это типа кошка вон. Валяется. Ага. Тайгуша. А этот чернявый где? Тоже валяется? В коридоре спит сейчас, ясно. Да. А, все валяются. Дан ты, мальчик. Дан ты, ой, ты, батюшки мои. Батюшки мои. Ну, ладно. Да ешь, я тебя, господи, не трогаю уже. Бедная. Что-то сегодня такая жара, что даже мух мало. Сколько там? Почти 34. На огурчики висят. Невозможно прям, да, жарень. Как я теперь понимаю, как бедные в Питере уже сколько от жары мучаются. Ну и в других местах тоже. Вон у меня огурец, гляньте, уже до крыши долез. Да, я даже на улице с вентилятором сижу. Невозможно. Сварила борщ, а есть его совсем не хочется. Пьешь воду, как не знаю, как лошадь. Вот так вот так. Лежит подруга, молочка попила, колбаски поела. Лежит. Что-то у нее, конечно, с глазом. Вообще непорядок. Какой-то он у нее мутный. Не глаз. Прям что-то, кто-то так ее обидел сильно. Сейчас Витя приезжал. Стояли, болтали с ним через ворота. Я вот дошила себе юбку простую, легонькую, прям легонькую, на резиночке. Из шарфа. Маська порвал шарф. Ну, хорошо, что он длинный. Я отрезала кусок. И вот шила себе вот такую юбочку. Ой, слушайте, я юбки не носила. Я даже не знаю, сколько лет. Ну, просто у меня очень шорты короткие, прям вот короткие, ну, не камильфо в город в них выходить. Что-то сунулось. Думаю, сошью-ка себе юбку. Вот. Ну и сшила. Вот сижу, видите, вентилятор работает у меня. Так хотелось съездить. Мне и на почту надо. У меня там бандероль пришла от Александры. Там надо украшения переделать. Еще она мне что-то прислала. Вот. А чего? Праздник. Байрам. Все закрыто. Хотелось очень арбузика купить. А из-за одного арбуза как-то ехать. Праздник. Автобусы не ходят. Надо такси вызывать. Как-то не хочется. Вот сижу, думаю. Мальчишки-поросята сломали мне вентилятор. Видите, там провод. Надо теперь разбирать. Я уже затрахалась, честно говоря, его.
Вот все, что в руки попадет к нашему Гришанечке, все, хана. И Санька такой же разрушитель. Ну что это вот? Надо разбирать, ремонтировать теперь. Вот как? Что надо было с ним делать, чтобы оторвать провод? Ну, все, вот. То еще как-то крутился, а сейчас просто не хочет. Вот, держи его, он все равно, он, видите, останавливается. Ничего, хошь не хошь, надо разбирать. Ну вот. Буквально 10 минут работы и все отремонтировала. Единственное, что потеряла один винтик. Но это у меня святое. Ой, не могу. Куда вот все вокруг разглядела? Куда он подевался? Маленький. Маленький, вот сюда вот его надо крутить. Ай, не могу. Девчонки, самой смешно над собой. Ну. Ну что вот это? Все время так. Может, куда закатилась под машинку? Не знаю уже. Уже все 5 раз посмотрела и на полу, и везде. Ну ладно, зато работает. Так, ну вот. Здрасте. Пока выносила мусор, пока посадила лаврушку. И на тебе. И на тебе. Но вообще погода меняться должна. Завтра уже там чего-то 27. Попрохладнее обещают. Ну, будем надеяться. Ну чё, чем похвалиться? Выкладываются видео из моего проекта. Я его сама придумала. Не у кого-то содрала, а сама придумала. Вот. Очень мне нравится. И девочкам, судя по комментариям, нравится. Ну, просмотров немного. Ну, я понимаю, может, это не всем интересно. Но комментарии хорошие. Оксаночка прям у меня звезда Ютуба стала со своими зверушами. Вот. Присылают еще девочки. Посмотрим, насколько хватит. Насколько выпусков получится. Но я думаю, что осенью, когда многие вернутся из деревень, с дач, может быть, побольше будет просмотров. И тогда опять к этому вернусь. Вот. Мне уже пообещали, что вернусь домой, сниму, пришлю. Вот. Так что будем надеяться. Вот. Ну, а так что, мои дорогие? Андрей, друг мой, без изменений. Не приходит сознание. Но врачи говорят, что жизни его ничто не угрожает. Я не знаю, как это может быть. Но мы надеемся, конечно. А что остается делать? Только надеяться. Вот такие дела. Ну ладно. Я желаю, чтобы вас не касались такие вещи. Ой, руки-то гляньте, трудовые в земле грязные. Пусть вас такие беды обходят стороной. Не дай бог, никому не пожелаешь. Вот, ну что, мои зайки, видите, нету сегодня заката-то. Вернее, есть, но он там вот над морем, облака какие-то.
давайте, мои золотые, будем прощаться до завтра. Давайте, пусть ничего у вас не болит, ладно? Я вам говорю, прям давайте установку. Помните, я рассказывала про зубы? Зубы мои, зубы, корни как уели. Хрен вам зубы в зубы, чтобы вы не болели. Вот и так. И остального, что касается. Я вот тоже своим ногам говорю. Не будете нормально ходить, лягу и будете лежать, блин. И ничего не увидите и не узнаете. Как будто они смотрят. Ну да, ну а что делать-то остается? Я то по-хорошему, то по-плохому, то кнутом, то пряником. Ладно, лопуськи мои. Меня еще там дел. Я одела рубашку, вон, видите, с длинным рукавом. Штаны от комаров. Жарко, правда, ну а что делать-то? Жрут, как не знаю кто. Как звери. Сейчас пойду еще поковыряюсь, пока совсем не стемнело. Вот. Так что сегодня только шила. Ну, шила и немножко порисовала. А так даже не касалась украшениям вообще. Надо иногда немножко отпускать, чтобы соскучиться и прям, чтобы захотелось. Так, я говорю, как у меня бывает, прям аж руки трясутся и чешутся, как хочется. Вот. Ну, а в голове-то у меня идеи-то бродят. Так что вот такие вот дела. Все, мои дорогие, а то начала ля-ля-ля. Как языком зацепишься и фиг остановишь. Все, давайте, пусть все у вас будет хорошо. Хорошего теплого вечера. У кого сильно жарко, прохладного вечера. Ну и спокойной ночи. Пусть вас никто не обижает, а только радуют, любят, целуют, обнимают. Ладно? Ну давайте, мои хорошие. До завтра. Пока-пока. Пока. Обнимаю вас, целую. Распускаются к ночи. Красота-то. Ой, сейчас покажу вам. Вот он мой золотой желтенький кустик. Распускаются цветочки-то, розочки-то. Слушайте, никогда у меня этот куст так не цвел. Видно, я их обрезала, что ли, неправильно. Ну, посмотрите, уж сколько я срезала, которые отцвели, они вон все еще распускаются и распускаются. И тут вон, вон она как. Вон она как. Ой, господи, комары. Пауки, комары, кругом эти сети паутинные. Сколько их расцвело. Я еще участок не полила целиком. Половина полила, а половина... Вот, смотрите. Дурман-то какой, вон и какие штуки. Еще раз прошу, девочки, кому я отправляла семена? Как в вашем регионе-то цветет он? Нет? Вообще растет? Вон сейчас сколько их тут расцветет. Так, ладно, я пошла на закат. Always alone when the tide is...